Ты очень люблю. Алло, мой муж, у него кровь. Я не знаю, что делать. Венишева Марина Евгеньевна, 1983 года рождения. Вы подозреваете в убийстве Венишева Григория Владимировича. Вы приехали домой вместе и шли к подъезду порознь. Почему? Я его не убивала. У тебя нож с отпечатками Венишева. Это достаточное основание. Это ты сделала. Я скажу правду, они меня закопают. Маме, кстати, было бы тоже очень интересно послушать, как вы настоящего убийцу ищете. Вы бы ей лучше хорошего адвоката искали. У вашей семьи был идеальный фасад. Но сейчас все рухнуло. У вас конфликты были, ссоры. Откуда у вас натели синяки? А что это красное? Кровь. Почему? Папа убил маму. У вас были основания бояться мужа? Венишев, походу, реально крутой чувак был. А вот жена его... А правда говорят, что у тебя любовник был? Скрывая эту информацию, вы косвенно подтверждаете свою вину. Как это косвенно? Выдвигай обвинение. Закрывай дело. Я на вашей стороне. Я на твоей стороне. Я вам не доверяю. Я хочу понять, что произошло. Ты что, поверила ей, что ли? Пожалуйста. Ты очень люблю. Ты так любишь целый день с таким тупой рожей вот этой?